время приехали на Рождественскую, где не так просто припарковаться к твоему машине. Я знаю все эти трудности, поэтому спасибо вам за терпение, за отзывчивость и рада вас всех здесь видеть. И я сразу, собственно говоря, к нашему вопросу денежному. Да? В общем, мы с вами партнеры, коллеги, поэтому перейду сразу к условиям сотрудничества. Если вы работаете индивидуально, самостоятельно, без агентства, то эта сумма, равна 50% от указанной, то есть 0,5% новостройка. Комиссионное вознаграждение мы будем выплачивать по итогам работы за месяц, да, то есть в следующем месяце по предоставлению актов выполненных работ и соразмерно сумме, поступивших денег за квартиру, за проданную. Но это я имею в виду рассрочки, да? Поскольку мы их предлагаем, поэтому комиссионные будут соразмерно внесенным покупателям суммы выплачиваться. Теперь по регламенту взаимодействия. Значит, у меня просьба к директорам назначить ответственных за...